А вы знаете, что разводов было бы гораздо меньше, если бы мужчины выбирали бы женщин так же тщательно, как и выбирают себе автомобиль? Категорически не согласен с ее выражением. Ребята, есть у нас в стране, ну, будем брать нашу страну, определенный пласт людей, мужчин, он очень маленький, очень тонкий, которые выбирают себе авто очень-очень тщательно, там, лазят с толщинометром, возможно, даже обращаются за услугами подборщиков, там, узнают ее пробег, по базам, шмазам пробивают. Максимально пытается узнать ее историю этой машины, потому что ему на ней ездить, да, и он хотел бы, чтобы она поменьше ломалась, потому что это машина БУ. Вот. Но ответьте мне на вопрос, почему в нашей стране так много подборщиков, так много перекупщиков, автосалонов, дилеров разных, посредников, и это я сейчас имею в виду только именно БУшные машины, не новые, да? Почему? Да потому что спрос рождает предложение. Если у перекупов покупают машины, значит их будет плодиться великое множество, да, потому что они популярны. Какая задача у перекупа? Купить подешевле, продать подороже. Намазать ей там губы, там, чтобы она покрасивше была бы, блестела, там такая вся красивенькая, да. Вот, и продать ее, спихнуть. Какая у нее история, какой пробег? Часто скручивают пробеги, да. Ребята, если бы все мужчины выбирали себе женщин так, как выбирают машины, а практика показывает, что не выбирает их хреново, большинство, подчеркиваю, не все, а большинство, то было бы еще больше разводов, не правда ли?